Амбарную крышу ТЮЗа будут менять. Такое решение журналистам озвучил председатель Комитета капитального строительства региона Алексей Решетников. Он заявил, что это временная конструкция, которая будет демонтирована. Более того, чиновник заверил, что все работы подрядчик выполнит за свой счет. Напомню, в процессе реконструкции произошло прямое отступление от согласованной проектной документации, которая предусматривала восстановление памятника архитектуры в первозданном виде. А дешевый профнастил, который использовали строители, не соответствует историческому облику театра. Кроме того, работы выполнены с нарушением. Так, крыша оказалась ниже водостоков, которые, кстати, также являются элементами памятника архитектуры и не могут быть реконструированы. Такая несогласованность могла привести к тому, что здание ТЮЗа почти сразу после восстановления пришло бы в негодность. Если театральную кровлю так и не переделают, то, по мнению экспертов, профильные чиновники областного правительства могут понести ответственность за нарушение федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации.